людям. Это нужно во все времена. Кто-то скуп и по внешности судит, ведь уже вместо сердца цена. А кому-то важнее намного продвигаться навстречу мечте, не забыв человечность и Бога, не сыграв на чужой простоте. Равнодушие — страшный диагноз, от него умирает душа, а впоследствии зависть и наглость человечность убьет, не спеша. Может, лучше довериться все же? Может, лучше любовь, чем расчет? Бог дающим воздаст и поможет. У берущих судьба отберет. Доброта — это классика, люди. Это нужно во все времена.